Всем привет, уважаемые мои подписчики, ну и конечно же привет всем зрителям моего канала, с вами Димка. И мы продолжаем прохождение игры Far Cry 4. Ну что ж, давайте. Золотой путь прибыли свежие силы. Мы учли ошибки прошлого и теперь побеждаем. Изучим это поселение, посмотрим, может здесь что-то найдется полезное. Запрыгнем. Физкультурой, малёха, позанимаемся. Так, ну нам сюда. О, сука! Дайте ему морфия! И заткните херово радио! Что случилось? Он упал. Пейган засрал весь эфир своим унылым бредом. Сколько можно? Я послал парня на колокольню. Вырубить передатчики и прервать трансляцию. Но... Могу помочь. Чем мучает его? Неплохо, брат. Охраны там нет, но влезть непросто. Давай без падений. Ладно. Попробую. Ну вот, друзья, нам дали новое задание. Что ж, давайте попробуем забраться на эту высоту и отключить эти трансляторы. Да, не близкий свет, конечно. А, вот у нас есть. Ну, замечательно, хоть в этом повезло. Можно быстрое перемещение сделать вниз. А там уже кто-то лазит, да? Я рад, что золотой. Флажки, интересно, не мешают, ему руки не палят. Так, ну это свои. Столько лет. Но каждый... Видишь что-то новое? Вот камень. Да не пугайся, это я. Это старый. Так, привет, проверяем, привет. Как оно работает. Все замечательно. Так, ну здесь по-любому будет засада, так что я сильно не тороплюсь. Вот уже где-то впереди идет бой. Наверх, друзья, давайте здесь будем пробираться. Здесь, я так уже понимаю, впереди могут, ну, впереди может быть противник. Здесь уже спешить не надо. Так, аптечка, гарпун пригодится. Вот еще один бедолага, который не смог подняться из золотого пути. Ну что ж, я надеюсь, нас не ждет та же самая участь. За психи там кричат. Помогите! Так, орлы здесь, да, нападают, я так понимаю.
Берегись! Берегись! Так, какие-то психи там орали. Орел там на кого-то напал, а он бегает, ага, все понятно. Ну то, пастухи какие-то пускай там и бегают. Так, а нам, друзья, сюда, наверх. Еще чуть-чуть. Еще вот замечательно. Ой-ой-ой, бедолага, чуть не убился. Так, ну что ж, попытка номер два. Давай еще раз раскачимся. Замечательно. Так, перепрыгнули, это хорошо. Да, жалко, что нельзя, блин, пистолет и автомат, чтобы одновременно было. И то оружие. Ну что ж, ладно, я буду предан автомату Калашникову. Да, видите, друзья, у нас еще пока три ячейки, которые, блин, закрыты. Как говорится, не все сразу, постепенно. Боже, опять, блин, этот альпинизм. Главное не убиться. Вот, замечательно. А, лежать, все морды в пол. Твари. Ого, вот это да, смотрите, друзья, улей. Так, ну его нафиг, я его не буду трогать. Звуки какие-то нехорошие. Так, попробуем.
Так, интересно, интересно. Как же ж нам наверх забраться? Но эта веревка, это, блин, нам туда потом. Как отсюда уходить? Это сверху мы будем. Да, она не подходит. Ага, давайте в обход попробуем. Да. Все, замечательно, нашел. Так, с этой стороны. Зато ящик нашел. Радио уже меня, блин, достало. Выключаем радейку эту, хватит, повещала и будем. Маяк магнитофон, а не показалось. Освободили уши людей от этой бредятины. И открываются, друзья, нам новые территории. Да, вот карта расширилась. Замечательно. Ну вот, если мы будем залазить на эти вышки, то, соответственно, будет карта у нас открываться. Больше будем изучать территории. Вот еще можно прокачивать, да? Так, замечательно. Теперь кошелечек у нас будет побольше. Ага, все. Пока нету у нас средств. Так, ну с этим заданием мы справились. Давайте вернемся на базу, друзья. Порадуем наших компаньонов. О, дельтаплан.
Аджай, это Сабал. Вижу, ты разобрался с вышкой. Молодец, брат. Теперь мы сможем рассказать людям правду. Главное, чтобы только дотянуть. Нет, наоборот, выше, выше. Давайте чуть в сторону зайдем. А вот где-то здесь. Так, я думаю, Джай там себе нос не разбил. Сабал сказал, это не для меня. Что, уметь защищать себя? А, турист! Я Амита. Это Бхатра. Привет. Продолжай. Ну вот, друзья, слушай, мы вернулись уже в лагерь. Тот раз. И вот эта злая идет женщина. Война. Мы теряем бойцов, а дел все прибавляется. Помочь? Да. Можно. Сходи на ферму Канан. Хозяйка уже стара, надо бы помочь ей избавиться от диких зверей. О, это я с удовольствием. Всё должно быть тихо, так что вот. Бхатра, что ты... Усложняет задачу нам, друзья. Поехали. Теперь надо будет обучаться... Вот так? ...стрельбе из лука. Ну это, друзья, будет уже в следующей части. Хорошо, дорогие друзья, с вами был Димка, и продолжение следует.